Привет всем! Приступаем мы к помывке теплицы. Тоже одну стенку здесь помыли. Такая вот у нас сразу чистенькая все стало. Никакой химии мы не пользуемся, в общем. Здесь тоже все, потом видите, как грязненько все. Главное, чтобы эти все растительные остатки, все это отмоем. Здесь еще такой качан капусты, брокколи растет. Тут какая капустка. Еще сорвется даже, что она уж как зацветает, что ли. В общем, такой качанчик еще капусты, брокколи. Поэтому главное, чтобы было чисто, а остальное не особо-то важно. У нас морозы будут 40-градусные, все здесь проморозит, все какие-то там будут. В общем, каждый год делаем так, никаких болезней тьфу-тьфу-тьфу, нету. Видите, как грязно все. Все на растения росли. Здесь еще свекла растет. Чтобы вот это убрать, и оно и светлее будет. Здесь тоже все в точку. Хоть, наверное, еще когда пчелы даже летали у нас. Так, дождями у нас дождей особо не было. Вот как таких прям сильных. Оно вот так прям и осталось, и все. В общем, здесь такие вот кустики свекла растут. Как посеяли ее, так она вот и осталась тут. И выросла. Здесь эту грядочку потом надо будет тоже разобрать всю. Из-под огурцов, которая была. Все разберется. И сейчас покажу вам еще вот здесь. Укладывали мы перегнивать остатки растительные всякие. В общем, сейчас я вам покажу. В общем, вот здесь вот в дорожке такие всякие вот траву укладывали. И вот видите, как она перегнивала. Такой вот получился прямо перегнойчик. Какой перегной? Сверху немножко от земли, а дальше вот здесь вот все это сплошной должен быть перегной. Немножко поглубже. Боже, вот оно все идет. Здесь мешков. Вот такой вот перегной. Просто измельчить надо будет. Так вот, вот он. Тут двухлетишний. Каждый год весь вот этот навоз в грядке мы укладываем сюда в дорожку. Какую-то траву можно тоже положить. А она потом, когда поливаем, земля отсюда, она, конечно, немножко перетекает сюда. И вот сверху получается земля. А внизу, там даже еще глубже надо рыть, там тоже это все перегной должен быть. Прям перегнойчик. Это сплошной практически перегной. Такой вот. Поэтому таким вот образом можно обогащать почву в теплице, именно в дорожку укладывать. Какие-то вот такие вот растительные остатки, которые будут перегнивать. Ну, укладываем мы вот этот тут навоз с боков. Его уложим в дорожку, и, в принципе, он будет у нас перегнивать. Вот первый год он гниет вот здесь, в грядке. Получается, на второй год он гниет в дорожке. И даже может на третий год остаться. Вот тогда вот получается такое вот хорошее удобрение, которое мы можем... Получается, вот с дорожки взять, убрать на бока. Сюда-сюда с дорожки все это уберем. А сюда заложим новый такой вот навоз перегнивать. И он не мешает совершенно. То есть весной здесь был прям такой прям гульный навоз. Когда весной ходили. А сейчас все это вот, как видите, оно все благополучно вот перегнило. Даже никакой здесь нету соломы. Сплошное удобрение. В общем, вот такой вот способ, как нам именно почву обогатить, чтобы у нас все росло. Здесь кустик еще базилика растет. Ну и, соответственно, если нет навоза, можно, конечно, использовать обычную какую-то траву. Скосить ее в кучу, а потом вот уложить здесь в дорожку. И оставить можно вот на год или на два.
И тогда у вас получится такое вот замечательное удобрение. Вот помощница опять пожаловала. Что ты делаешь? Грязная будешь. Ты что делаешь? Как дурачиться. Ну вот уже вечер, изнутри всю теплицу промыли, но снаружи уже, когда снег пойдет, у нас сыро будет, и снаружи оно тоже все очистится. Ну, теплица у нас уже не новая, а как бы старенькая, поэтому кое-где вот такие небольшие проплешины. Вот этой вот ржавчины какой-то. Ну, в общем, такая вот тепличка маленькая. Ну, смотри, чистенько, это самое главное. Такие вот дела. Ну, осталось только вот здесь весь этот перегной, который образовался. Его надо будет на бока убрать. Грядку вот эту разобрать. Ну, и так тоже маленько подприбраться. И все у нас будет готово. Теплица к зимовке и к следующему сезону. Ну, а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.